Завтра. Поэтому... Ты хочешь продолжить работу в породе или все-таки не факт, просто... Нет, я пока не вообще не считаю, потому что я имею какое-то право там проводить работу в породе. Нет, ты не понял. Я имею в виду остаться, да, остаться с курцхарами. Именно с курцхарами. Несмотря на то, что там есть как бы симпатии к другим породам, так скажем, не будем их называть, но пока... Ну как же мы будем называть другие породы? Вообще это не корректно. Да, сейчас пока я с курцхарами не закончил, я ничего пока про них не понимаю, я считаю, и пока я не пойму, то есть как бы окончательно, я буду заниматься пока я. А скажи, а тебе как сегодняшнее состязание? Че, нормально. Очень условия тяжелые были для английских сеттеров. Очень высокая трава, жесткая. Поэтому показать все, что собака может, здесь было очень тяжело. Тем более, что если они там что-то заработали, я доволен. Вот вы представитель одной команды. Да. То есть в команде у вас были какие породы собак представлены? Радхар, Курцхар, два английских сеттера. Два английских сеттера. Значит, самая высокая и самая низкая оценка в команде? 75 Саши, 73-70 англичане, 68 драма. То есть, ну, довольно-таки такие плотные результаты. 218 баллов у нас по трём собакам. То есть у вас пес, который заработал лишний для вашей команды, лишний, именно лишний, он потому что лишний, так как он... 68 баллов. Лишний 68 не попал. То есть если зачет у вас по четырем командам был... Нам уже приятно то, что самое главное, что все четыре собаки показали результат. То есть ни одна собака не осталась без диплома. Без диплома, без расценки. Конечно, безумно приятно, тем более, что, ну, как бы, можно сказать, команда была такая, как бы, спонтанно, с коленочки собранная. Спонтанно организованная, друг друга вообще знать не знали, что там. То есть, ну, собаки оказались как бы подготовленными достаточно, поэтому... Толиных собак именно к состязаниям по весенней куропатке оказалось намного больше, чем среднестатистическая процентность, где 30-40 собак получают только диплом. Собаки сами по себе показали свои незаурядные качества, показали, что наличие птицы достаточно для проведения состязаний. Экспертные комиссии получили удовольствие, что не просто так ходили и гуляли, а действительно видели хороших, сильных собак. Как прошли состязания, мы узнаем завтра-послезавтра в интернете благодаря вам, потому что глаза все только улыбаются, а за глаза говорят правду. Но это не нами сказано.